Достар. В Европе начались забастовки, волнения. Не буду говорить почему. Тем не менее, страсть там накаляется. Причем это не только во Франции, но и в Швейцарии, и, кажется, будет и в других странах. И поэтому, что делают умные люди, видя такую ситуацию? Они шортят евро. Ну и если евро идет вниз, значит, что идет вверх? Правильно, американский доллар. А для того, чтобы американский доллар пошел вверх, инвесторы будут продавать свои акции. И, конечно, в этом, то есть на этой неделе будет неплохая коррекция у фондового рынка. А теперь насчет криптовалюты. Все вы знаете, что у криптовалюты есть корреляция с фондовым рынком. S&P 500, NASDAQ. Да, может быть, какой-то сейчас миллиардер просто начнет тупо выкупать биткоины, эфиры. Но я смотрю на графики и думаю, вряд ли. Вряд ли. Поэтому эта неделя небольшая коррекция. А потом мы посмотрим. Ну и самое главное, если вы хотите трейдить и научиться трейдингу, то добро пожаловать в мою приватную группу. Просто найдите меня в телеграм-канале Чеснок, напишите мне в личку, и я вас запущу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, конечно, алга.